Мы находимся на улице Электросигнальная, это вот обзор дорог. Здесь вот в самом начале находится вот тоже ремонт. Вырезали вот часть. Вот такая вот лежит земля. То есть вот будут укладывать асфальт вот на эту землю. То есть выдуть это вот это компрессором невозможно. Всем надо будет либо скоблить, либо просто положить асфальт вот на эту грязь.